Всем привет! А сегодня мы вам расскажем о 26 интереснейших фактах обо всем на свете. Итак, усаживайтесь поудобнее и слушайте. Итак, факт номер один. Самая крупная жемчужина в мире достигает 6 килограммов в весе. Действительно, самой крупной натуральной жемчужиной является найденная в 1934 году на филиппинском острове Палаван жемчужина Аллаха или жемчужина Лао-цзы. Диаметр гигантской жемчужины составляет 23,8 см, а вес 6 килограммов 370 грамм. Факт номер два. Законодательство США допускало отправку детей по почте до 1913 года. Целых 2 года малышей доставляли почтальоны, но потом почтовые отправления такого типа официально запретили. Единая почтовая служба в США начала свою деятельность в 1013 году. Факт номер три. В современной истории есть промежуток времени, когда на счетах компании Apple было больше средств, чем у американского правительства. Согласно данным 2011 года, опубликованным казначейством США, операционный баланс государства с крупнейшей экономикой в мире составил 73,7 миллиардов долларов, в то время как в резерве детища Стива Джобса, согласно отчету компании, было 76,4 миллиарда. Факт номер 4. В Ирландии никогда не было кротов. Действительно, считается, что святой Патрик изгнал из острова змей. Но на самом деле рептилий здесь никогда и не было. Также на территории государства нет хорьков, косулей, кротов и ласок. Кроме того, святой Патрик был не ирландцем, а римлянином. Факт номер 5. Флот США содержит больше авианосцев, чем все флоты мира вместе взятые. Первое место в списке мощнейших флотов мира занимает военно-морской флот США. Он имеет самое большое количество кораблей, обладающих наибольшими боевыми возможностями. ВМС США владеют 288 боевыми кораблями, в том числе 10 авианосцами, 9 десантными кораблями, 22 крейсерами, 62 эсминцами, 17 фрегатами и 72 подводными лодками. Факт номер 6. Скорость распространения лавы после извержения близка к скорости бега гончей. Действительно, магма, выходя на поверхность, освобождается от газов и становится лавой. Скорость движения потока лавы может достигать нескольких метров в секунду. Температура лавы лежит в пределах от 1000 до 1200 градусов. Факт номер 7. Библия – это книга, которую чаще всего воруют в американских магазинах. Читать любят во всем мире. И даже тот факт, что сейчас в современном мире можно найти любую книгу в интернете, не останавливает производителей книг. Так вот, по статистике, в книжных магазинах Америки чаще всего воруют Библию, хоть и не скажешь, что американцы очень религиозны. Факт номер 8. Саудовская Аравия не содержит рек. Действительно, имеются пересыхающие русла рек в Вади. Временные потоки образуются только после интенсивных дождей. Особенно обильны они на востоке, в Эль-Хасе, где много родников, орошающих оазисы. Грунтовые воды часто располагаются близко к поверхности и под руслами вади. Факт номер 9. В Антарктиде существует единственная река – Оникс. Она течет всего 60 дней в году. Оникс – самая длинная река Антарктиды. Расположена в долине Райт на земле Виктории, в сухих долинах Мак-Мердо, характеризующимися почти круглогодичным отсутствием снега. Длина реки около 30 километров. Она вытекает из озера Браунворт и впадает в озеро Ван. Факт номер 10. У медуз нет мозгов и кровеносных сосудов. Медузы довольно простые существа по сравнению с человеком. В их теле нет кровеносных сосудов, сердца, легких и большинства других органов. У медуз есть рот, часто расположенный на стебельке и окруженный щупальцами. Рот ведет в разветвленный кишечник. Кошки спят больше половины своей жизни. Взрослая кошка проводит во сне 2/3 своей жизни, сообщают ученые. Переводя на фактическое время, это от 12 до 16 часов в сутки. Факт номер 12. Самый долгий полет курицы продолжался 13 секунд. Как известно, курицы не летают, так что самый длинный из зарегистрированных полетов курицы длился всего 13 секунд. Факт номер 13. Ладожское озеро является самым большим в Европе. Площадь озера свыше 18 тысяч квадратных километров, а глубина достигает 200 метров. Наибольшая длина озера с севера на юг
219 километров. В озеро впадает множество мелких и средних рек, среди которых наиболее крупных – Свирь, Олонка, Сязь и Волхов. Вытекает из озера только Нева, исток которой находится у города Шлиссельбург. На Ладоге располагается около 600 островов, в основном в северной части. Из них наиболее известен Валаамский архипелаг. Факт номер 14. За год на Землю падает до 500 кг марсианского метеорита. Эти камни оказались в космосе после падения на Марс крупных астероидов или примоченных вулканических извержений. Сила взрыва была такова, что выброшенные куски породы приобрели скорость, достаточную для того, чтобы преодолеть тяготение Марса и даже покинуть околомарсианскую орбиту – 5 км в секунду. Таким образом, некоторые из них попали в поле притяжения Земли и упали на ее поверхность в виде метеоритов. Факт номер 15. Земля делает полный оборот вокруг своей оси за 23 часа 56 минут и 4 секунды. Полный оборот в инерциальной системе отчета Земля делает за звездные сутки. Это примерно 23 часа 56 минут и 4 секунды. А вот линейная скорость вращения на широте 60 градусов в два раза меньше, чем на экваторе. Факт номер 16. На Юпитере регулярно идут алмазные дожди. Знали ли вы о том, что американские ученые выяснили, что столь дорогие и популярные алмазы на Юпитере и Сатурне просто падают с неба? Разряды молний превращают метан в сажу, углерод, которая становится кусочками графита, постепенно превращаясь в алмаз. Этот алмазный дождь в итоге падает в жидкое море горячего ядра планеты. Факт номер 17. Во Вселенной больше звезд, чем песчинок на всех пляжах Земли. Об этом свидетельствуют расчеты, произведенные австралийским астрономом Саймоном Драйвером и оглашенные им на прошедшем в Сиднее съезде Международного астрономического союза. Факт номер 18. Правая легкая человека вмещает больше воздуха, чем левая. Правая легкая имеет больше объем, чем левая, примерно на 10%. Потому как в левой части грудной полости располагается сердце, которое также занимает немалое место. Каждая легкая имеет определенное деление. А на подходе у нас факт номер 19. Самая трудноизлечимая фобия – это боязнь страха. Фобофобия – страх фобий. По сути, фобофобия – это иррациональный страх пострадать от иррационального страха. Люди с фобофобией боятся появления у них навязчивых страхов и возникновения фобий. Симптомы фобофобии такие же, как и у других заболеваний, связанные с повышенной тревожностью, невозможностью расслабиться, учащенное сердцебиение и панические атаки. Факт номер 20. Алмазы могут гореть. Вы знаете о том, что температура плавления алмаза составляет примерно 3700-4000 градусов при давлении 11 гигапаскалей. На воздухе алмаз горает при 850-1000 градусов. А в струе чистого кислорода горит слабо-голубым пламенем при 720-800 градусов, полностью превращаясь в углекислый газ. Факт номер 21. Корова может подняться по лестнице, но не может спуститься. Зоологи утверждают, что коровы по лестнице подниматься могут, а вот спускаться – нет. Якобы это вызвано особым устройством колена коровы. Чтобы идти вниз по лестнице, корова должна уметь полностью выпрямлять ноги, но ей мешает строение костей в коленных суставах. Факт номер 22. Утки способны нырять на глубину до 6 метров. Во время охоты за добычей утки могут нырять под воду на глубину до 5-6 метров. Крякать умеют только самки уток. Селезни крякать не могут. Несмотря на то, что у уток достаточно короткая шея, шейных позвонков у них больше, чем у жирафов. Факт номер 23. Китайский язык является самым популярным в мире. Китайский – самый распространенный язык в мире. Китайский язык является самым распространенным. На нем говорят порядка 1 миллиарда 197 миллионов человек. 873 тысячи из них говорят на мандаринском китайском, северно-китайском языке. Таким образом, носители китайского составляют 14% от всех жителей планеты. Факт номер 24. У жирафа и человека одинаковое количество шейных позвонков. Млекопитающие имеют одинаковое количество шейных позвонков. И 7 у мыши
и у человека, и у жирафа. Разница только в размере. Так, например, шея жирафа может достигать 3,5 метров, а позвонки имеют вытянутую форму длиной до 25 сантиметров. А вот и следующий факт. Самое высокое здание в Европе находится в Москве. Меркурий-Сити, чья высота после завершения монолитной части строительства составила 338,82 метра. Он обошел лондонский небоскреб Вишард 310 метров на 28 метров. Вишард удалось удержать статус самого высокого здания Европы лишь 2 месяца. Объем инвестиций в Меркурий-Сити составил 1 миллиард долларов. А следующий факт. Страусы развивают скорость до 70 км в час. Благодаря своему росту и прекрасному зрению, страусы первые замечают опасность. В случае опасности они бросаются в бегство, развивая скорость до 70 км в час и делая шаги в 3,5-4 метра в длиной, а при необходимости круто меняют направление бега, не снижая скорость. А с вами был канал F1 «Инструкция по применению». Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.